Болельщики, руководство, тренер. Мы неделимы. В этом наша сила. В этом наша правда. При любых условиях оставаться командой. Плечом к плечу и брат за брата. Стоять стеной, стелиться в подкатах и победить. Ведь для победы не нужен месси. Главное – быть вместе. Небольшая двухстороночка. Здесь Азамат Засеев по индивидуальной программе готовится к Лиге Европы. Лилия Вениаминовна решила сделать из него... Вы опять снимаете, когда я не могу поймать мяч? Я что, виноват, что ли? Ты опять снимаешь, когда я забил гол. Я просто теряюсь при вашем присутствии, Сергей Николаевич. Не надо так волноваться, Лилия Вениаминовна. И... Надо просто позаниматься с Юрием Валентиновичем. Юрий Валентинович сказал, что у меня есть два прекрасных качества. И что это мне не нужно. Он вам технику поставит. Они, кстати, чем-то похожи с Ванькой Обляковым, да? Круговой сколько забил? Не сегодня. Говорит, не сегодня. Сколько? Не сегодня. Значит, не забил. Жор, сколько он забил, Жор? Бомбардир. 7 мячей, да? Ну, она сейчас мокрая не была. Вот, не 7 была. Мячей. Ну, я думаю, нет. У меня 7 выше мячей. А что, не попадал, да? Не мой день сегодня. Когда он был не вот так просто с ним, вот так вот. Прочувствовал, парень подъехал, блин. Он не может забить, блин, за месяц уже. Ну он защитник. Как он с подключением? У тебя как? Такой с подключением. А, что по Гарику безденежных? А, Гарик тебе сейчас в девятку забил. Один. Один из скольки? Главное красиво уйти. То есть красиво приходить не надо, да? Нет, на мажорной закончился. На мажорной ноте закончил. Из 30 ударов один гол, блин. На мажорной ноте. Зато в девятку. Я тогда не знаю. Ваня тогда Обляков должен быть, не знаю вообще. Давай не хвали его на камеру. На руках его понесем тогда. На камеру не хвали его. Два забил. Зазвездиться. Два забил, блин, и теперь надо его на руках нести. Два забил? А сколько ты? Ну два ты забил или три максимум. Два, братан. Из 50. Из 50 два. Какие спеси я 10 раз пробил? Ну хорош, брат, ну скажи честно, сколько теперь пробил? Ну 15 раз пробил, 20? Ну 15 максимум пробил. 20 пробил. Не пробил. Эти топоры, братан, били, блин, по 40 раз, блин. Они на первой тренировке сколько били? Не знаю, у меня все рядом было. Не, на последний красивый был. Там близко было. Сейчас на пик нельзя выходить. Третий был, сезон надо выходить. Да, к сезону надо выходить. Выходи. Вы это видели? У тебя все хорошо? Криштиан, блин. Ну, надо сказать, то есть это телевизионный, что правильно? Кихи. Чао. Пока ухо. Арбуза нет, скажи, что это. Давай. Я не Сейчас посмотрим, что будет пить Слай. Взял глаз. Мультифрукт. А то люди говорят, я вас мало показываю. Вот, пожалуйста. Спокойно, брат. Спокойно, брат.
Приятного аппетита. Спасибо. Да, она просто грибами. Вот что у нас едят люди. Че кушаешь, Лео? Платье снимай. Russian Messi. Russian Messi. Не Russian Messi, казахский Месси. Казахстан Месси, да. Казахстан Месси. Тебя уже повар знает здесь. Как он угадал, что ты Месси, а? Видимо, за внешнее сходство. Не сниму сразу. Давай, пора сразу давай. Нет, давай сначала Ваня, потом Ваник. Николай, ну, не снимешь вообще, ты без этого команды. Давай. День рождения тебя. Без сон, без Бабушке привет традиционно. Привет всем. Привет. А бабушке? Бабушка, привет уже. А Карпу? Хэт скажи, пожалуйста. Ламунцань. Пойди по машинам. Ламунцань. Ламунцань, видишь, Ламунцань. Молодежный турнир по пробитию молодому же вратарю. Пока интереснее, Жора. Неудобно покатил. Мимо. Ой, забил! Только камеру притащили, он сразу забил. Мяч летит, он уже упал. Хорошо играть. Уфа. Поработай на камеру, Лех. Я потом сделаю нарезку, лучшие сейвы. Голы уберу, лучшие сейвы оставим. Лех, это не войдет, Лех. Лех, это не войдет. Лех, это не войдет, не волнуйся. Давай. Я вырежу. Надо ты не доставай, пусть там лежит. Сейчас все там. Да, соберешь. Посмотрим, сколько там. Сейчас пятерка там будет. Давай, хорош, Лех. Вот это нарезка перед Лигой Европы, чтобы соперник боялся. Опа! Кто твой первый тренер? На камеру, куда материшь столько много? Кто твой первый тренер? Мата много. Да, вот это. Можно не ждать. Лех. Они просто из тебя звезду делают, Лех. Все, пробили, да? Да. Вот так, давай, последний. Не, ну вот забил хороший, ну все. Давай, ставлю для тебя. Нет, просто не получится. Я думаю, что надо потянуться вам просто, ребята, идти в гостиницу. Если вы не можете бить. Вот это похоже. Хорош, Гарр. Блин, Лех, ты в кадр не вошел. Да. Мы нарезку делаем, давай лучшие сейвы. Николай.
Смотри, выше ворот. Это же успех. А, еще я виноват. Слышь, он у него... Рук, если ты не хочешь бить, иди потянись и в ответ. Обычно у людей мяч падает, а у него наоборот это самый вверх и не взлетает. Бам. Хорош, Дим. Вы в створ-то попадаете. Нарезать нечего. Ай-яй-яй, Гарик, это... Лех, я вырежу это, Лех. Николаевич, ты записал гол? Я записал. Это Черняковская школа футбола. Это тебя в Нижнем Новгороде так бить научили? Я готов отдать контракт пожизненно. Давай. Сухой. Лех, мы это вырежем все, Лех. Можно тоже, Лех. Лех, мы это вырежем. Ну, всех залетело. Сейчас у меня залетит. Сейчас вот якорь бьет. Вот он сейф точно, 100%. Створ главное. Уи. Ну правильно вам это, нормальную ноту задал. Да, да. А вот это можно было, Николаевич, 3 из 3. Лех, ты хоть через один-то лови, которые летят. Во, хорош. Следующий можешь не ловить. Ну, ему так и есть. Следующий не ловишь, сейчас ловишь, Лех. Моих-то мало, я в створ бил. Я тоже из трех. Давай сейчас по удару. Давай, кто не забивает, тот идет мячами. Ты во время удара что говоришь? Не-не-не, ну Гарри. Ты все равно гол бьешь. Что там, голы-то есть? Да. Нету. Потом посмотрите на камере. Первый за 20 минут. А мы подарим, а что я за мячами? Николай, запись. Есть или нет? Там же все записано. Да он просто все тащит, Алексей Чернов. Там три подряд было. Я сейчас просто захотел найти. Давай, 1-0, Лёх, до 5. Все, я глазами отбил. До 5, 1-0. Давай. Гарик, не разминай поближе. Не разминай, говорит. Сюда еле вытащил, да, не разминай. Куда он вытащил, даже не падал. Удобнее подойди. Лего, блин, запарил уже нас. По-моему, они сейчас прыгать будут. Мой самый любимый удар. Ё-моё! Ну у вас и командёха. Ты выкладываешь там, смотри, там матные набывают. Ты материшься, да? В той. Не надо только это выкладывать. Зачем ты материшься? Эмоции. Ты когда-нибудь слышал, что Сухов что-нибудь сказал нецензурное? Никогда. По поводу? Ну вообще, по любому поводу. Культура! Лёх. Ну, тебя можно назвать, конечно, героем этой серии. Тем не менее, хочу взять у тебя комментарий по поводу молодых игроков футбольного клуба Уфа, чтобы ты дал характеристику каждому из них, кто сейчас играл с тобой. Я понимаю, что вопросов полно. Их полно. Ну, давайте я отвечу. Нет, я имею в виду, по каждому из них вопросов полно. По технике исполнения, по силе удара, по точности удара и так далее. Ну, ты как вратарь, тебе же все понятно. На чем кому работать. Ну вот, пожалуйста, идет. Даня. Вот Даня, это будущий Марсело, мне кажется. Он пока не раскрывает весь свой потенциал, но в него все верят, вот смотрите. Ну то есть он хочет, да, подойти в оптимальной форме к сезону сейчас. Я думаю, он как спящий гигант такой раскроется потом. Берегет силы для важных матчей. А Гарик? Гарик, ну это просто секретное оружие наше. Вот. Он это. Ты имеешь в виду, о нем лучше никому не говорить? А? О нем лучше никому не говорить, раз секретное оружие. О нем оружие. Скоро весь мир узнает. Ну и Обляков. Ну, права не вообще просто без слов. Но тут он все доказывает игрой. Ну а как это... ты умудрился тогда их выигрывать регулярно? Я? Это благодаря твоему мастерству? Да, я глазами научился отбивать. Меня научили. А почему так мало попаданий в створ? У меня блок стоит здесь. А, все, понял. Азамат Засеев. Ему не хватает нагрузки на тренировках. Он остается и работает по индивидуальной программе. Вот говорят же, Марадона перед чемпионатом мира 86-го года тренировался по 8 часов в день. Вот Азамат Засеев. Наш уфимский Марадона.
готов тренироваться не 8, а 8,5 часов в день. Аза, ты можешь 8,5 часов в день тренироваться? Вот. Вот вам доказательство моих слов. Азамат, как тебя остановить можно, чтобы ты пошел отдохнуть? Надо восстанавливаться, не надо. Как остановить эту машину? Приехали на матч «Зенит», а здесь съемочная группа телеканала «Матч ТВ». Или он пустой, или мы с ним вообще. Да, мы здесь, да. Мы работаем. Мы Паша. Привет. Вчера узнаете это лицо? Сань. Ты объяснишь, что Артем Шмельков всегда так в футбол играет. Если это кому-то... Ребята обиделись очень сильно. Которые думают, что они футболом играют. Поправился, обратите внимание. У нас похудее был. У нас-то похудее, конечно, было. Да, щечки появились, да. Здесь хорошо кормят. Хорошо кормят. В нашей форме ты прям красавица до конца была, понимаешь, да? Ну что, здравствуйте, красавец. Нормально? Нет. Ну вижу, что ты что-то... Это же просто экипировка. Ну тут видно, что ты что-то не то, понимаешь? А? Кому-то не по душе тебе, понимаешь? Вот такое ощущение. Да, да, да. Раньше было бесплатно, а сейчас денег уже. Были хорошие тренеры, сейчас и хорошие зубы появились. А, и в моем доме зубы делают. Да? Я не угадал. Это не я продавал. Ну что, как? Мы тут рядом же. А? Рядом? Совсем? Рядом с вами. 7 минут. 7 минут. Да ладно, да? Тебя уже вычислили далеко. Прическа, зачет. Рядом. Привет, давайте. Как ты? Александр, номер 7, Гигони, Эмилиано. Иван. Иван, первые впечатления. Что сказать, парни? Хорватия финал! Хорватия финал! Где свой Иглези? Оставить это матом, оставить? Нет, мат, все, брат. Шарите, Борюк, шарите. Эо, то!